Во французском Гранд-Эсте местные фермеры, выращивающие зерновые и свеклу, объединили свои кооперативы, чтобы превратить неблагополучный сельскохозяйственный район в центр агропромышленных исследований. В Базанкур-Помакле каждый год на месте перерабатывается 1 000 000 тонн пшеницы и 2,5 миллиона тонн сахарной свеклы для обеспечения биоэкономики замкнутого цикла. Ключевым фактором успеха является бизнес-модель, которая создалась на основе тесного сотрудничества ключевых партнеров. Вместе они создают промышленную экосистему, в которой каждый получает прибыль. Например, пшеница. После уборки урожай попадает в АДМ «Шамтор», где производится корм для животных, косметические средства и клеи. Растворимые компоненты зерна отправляются на производство этанола в компанию «Кристанол». В результате этого процесса образуется углекислый газ, который собирается и сжимается в компании Air Liquide для добавления в газированные напитки. Поскольку отходы перерабатываются, такая экономическая оптимизация также является экологически чистой. Рядом с различными производственными предприятиями в Базанкур-Помакле есть также 2 исследовательских центра – агропромышленные исследования инноваций и Европейский центр биоэкономики и биотехнологии. Ученые исследуют новые производственные процессы, которые могут быть адаптированы местными предприятиями. Исследовательская стратегия завода по биопереработке – постоянное улучшение существующих и разработка новых процессов для оптимизации работы и снижения стоимости производства. Одним из бенефициаров этого исследования является «Projet Futurol» – местная компания, производящая биоэтанол на основе растительной целлюлозы. «Givaudan Active Beauty» – еще одна компания, которая получает выгоду от местных исследований. Эта компания – один из крупнейших производителей ароматизаторов и парфюмерии в мире, с долей рынка в 25%. Базанкур-Помакль стал историей успеха благодаря сочетанию 4 ключевых факторов. Во-первых, сотрудничество фермеров. Во-вторых, взаимовыгодный обмен побочными продуктами в промышленном процессе производства. В-третьих, разработка и использование в производстве новых процессов усилило местную промышленность и способствует устойчивому развитию в регионе. И в-четвертых, постоянная помощь местных властей в финансировании академического городка. Таким образом, Базанкур-Помакль превратился в агропромышленный комплекс и инновационный центр с более 1200 основных и около 1000 смежных рабочих мест. Это яркий пример того, как в Европе сельские предприятия могут взаимовыгодно работать вместе.